Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. У нас появилась очередная новость. Alcatel U15 Pro стал одним из самых доступных 8-ядерных смартфонов. Ссылочку на данный аппарат вы, конечно же, найдете в описании к видео, так что переходите, смотрите, покупайте. Компания Alcatel объявила о старте приема предзаказов на новый цельнометаллический смартфон U15 Pro. Как уверяет производитель, это один из самых доступных смартфонов в мире с 8-ядерным процессором. Также к достоинствам Alcatel U15 Pro стоит отнести малую толщину корпуса, внутри которого поместился аккумулятор емкостью 3000 мАч. Кроме того, в данном смартфоне имеется международная поддержка сетей 4-го поколения, FM-радио, слот для карт памяти формата microSD объемом до 128 ГБ и многофункциональный сканер отпечатка пальцев на задней стороне. При заказе Alcatel U15 Pro до следующего вторника, 11 октября, все покупатели гарантированно получат скидку в размере 20 баксов. Поставки начнутся до конца этого месяца. Металлический корпус Alcatel U15 Pro выполнен в арочном дизайне с небольшим скосом задней части по краям. Всю переднюю сторону прикрывает 2,5D стекло с закругленными краями, под которым расположился 5,5-дюймовый HD-дисплей, изготовленный компанией Sharp. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750-3 с тактовой частотой 1,3 ГГц, графический ускоритель Mali T720 MP3 и 3 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных пользователю доступно 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. На задней стороне аппарата расположился круглый сканер отпечатка пальцев, который служит не только для разблокировки без ввода пароля, его также можно использовать в качестве кнопки спуска затвора или для просмотра фотографий в галерее. Рядом расположилась 13-мегапиксельная основная камера с интерполяцией до 16 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 2 мегапикселя с интерполяцией до 5 мегапикселей. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.